обслугиваете наших входящих людей. У вас тут вот. Фейс-контроль какой-то? Да. Нам, мы просто да? не желаем... Фейс-контроль у вас? Мы да. не хотим, чтобы вы находились на нашей территории. Ну, это ваша хотелка? Требует от нас покинуть торговый комплекс. Почему? Говорит, что мы себя плохо ведем. У меня петиция. Они мне написали о том, что они просят спасти и избавить их от этих людей. Они представляете, они москвичи, блогеры там, они хотят... Ну, я что вы снимаете? Вам по 1000 рублей платят сумки для того, чтобы... А потом пятерочка идут с сумками такие, знаете, навороченными. Просроченные продукты берут такие, идут и так, вау, кайфуют. Я не ем просрочку. Вы не трогайте мою память. А вы ходите, вы мое имущество, гражданка, не трогайте, ходите, понятно? А вы выходите, а вы ходите оттуда с пятерочки, с сумочками. Проходимость, да, угу. запугиваете наших подходящих людей. У вас тут вот. Фейс-контроль какой-то? Да, нам, мы просто да? не желаем... Фейс-контроль у вас? Да что ж вы кричите, вы даже мне не дали так на вопрос. Так вот только что я у вас спросил, сказать, мы да. не хотим, чтобы вы находились на нашей территории. Ну это ваша хотелка? Это не моя хотелка. Это просьба ваша? Это моя просьба. Отказано? Да. Просьба ваша. Сейчас придет полиция, решим, отказано или нет. Так отказано да, будет. Да, да. В соответствии с Конституцией, статьей 27. Вы мешаете работать. Мы вы ведете себя неадекватно, вы пугаете людей. Это вы сейчас да. сами себе неадекватно ведете. Нет. У меня есть список 100 человеками, подписанными арендаторами, я сейчас его принесу, да, которые просят избавить их от нахождения вас в нашем комплексе. Это каким образом избавить? Вот таким. Каким? Понимаете? Ну вот таким. Каким? Ну покажите для начала. Пригласить на выход вас. Вы покажите для начала, каким... Ну, все равно никто не отменял это. В смысле? Это все ерунда. Никто не фейс-контроль только может быть это в клубе. Это все ерунда. А здесь что, клуб ночной? Это все ерунда. Вы ведете себя неадекватно. Это вы себя сейчас вот ведете когда, неадекватно. Вот когда... У вас зрачки расширены. У вас когда сидит пьяный человек на лавочке, мы его выводим. Жизнь пьяный человек. Трезвый, не нарушаем. А это не нарушает. Вы сейчас себя тоже ведете неадекватно, когда у вас зрачки расширены. На, когда вы садитесь на плечи, снимаете людей, у которых там ведется прием. Так это неадекват. А какая-то статья уголовного кодекса или административного неадекватности? Да какая мне разница, какая это статья? Сейчас придет полиция, будет сами разбираться. С чем вы ссылаетесь? На что вы ссылаетесь, кроме того, что кто-то подписал какую-то бумажку? Я ссылаюсь на то, что мы вам запрещаем вход на нашу территорию. А вы можете это делать? Конечно. А в связи с... Это частная территория. Статья какая? Я не собираюсь с вами про статью говорить. В суде будем разбираться. Хорошо, хорошо. Хорошо. В суде вам скажут. Хорошо, мы подождем. Там полиция там. Вот, мужчина, вы видели, как мы себя неадекватно вели, здесь стояли? Идите, найдите нормальную работу. А, вот. Ожидаем. Это все так говорят. А вы сейчас это саботаж вводите, да, сотрудников всех торгового комплекса? Нет, а я запрещаю себя снимать. Запрещать вы будете дома. Дома будете запрещать. Не в общественном месте, а дома. Я вам еще раз тоже повторяю. Дома запрещать будете. Я еще никого не напугал. Я что, такой страшный, что ли? Да, сейчас придет полиция, и мы выясним. Я настолько страшный, что всех напугал? Конечно. Да? Да, все люди испугались. Ваше кого именно? Поведение. Какое да поведение? Мы не говорим, какой вы. Мы говорим, как вы себя ведете. А как я себя веду? Как я себя веду? Я еще раз вам только нет, что вы объясните, сказала. Как я себя веду. Не надо по 10-му кругу ходить. Вы отвлекаете вы от объясните, работы. Как я себя веду. Вместо того, чтобы заниматься пустословством. Я еще раз и балабольством. Сказала. Вы заходите к людям. И что? Хватаете их товар. Это запрещено? Запрещено. Кем? Глумитесь над их кем товаром. Кем запрещено? Мной запрещено. Вами? Мной. А вы кто такая? Царица, что ли? Корону с себя снимите сначала. Царица. Корону снимите с себя. Да, я здесь у власти стою, в этом комплексе. Да? Я охраняю покой своих арендаторов. Вот я охраняйте себя в кабинете, понятно? Я буду находиться ровно там, где я считаю. Я тоже посчитаю находиться. Ровно тем, где захочу находиться. А зачем? По балку? Что хотите от меня услышать? Чтобы вы ушли к себе и сидели там. Я никуда в каморке не уйду. Где-нибудь. Я тоже никуда не уйду. Ну и прекрасно. Я нахожусь в общественном месте, в да торговом комплексе. Вы ведете себя некультурно. Это вы себя сейчас ведете некультурно, к потребителю. Да? Вы каким образом? Не потребитель. Что вы каким здесь? Образом я нахамил, гражданка? Вот только что вы мне сейчас отправляете сидеть, где я должна сидеть. Ну, а ты что, с хамство, я что ли? Я директор торгового комплекса. И что? Повторяю. Хоть президент Владимир Владимирович Путин. Я тоже. Вы что, не поняли этого? А вы что, не поняли? Так я не мешаю людям работать. Я тоже не мешаю вроде. Мешаете. Каким образом? Это что ж такое? Что, я к кому-то вы зашел. Слышите? Я кому-то зашел. До этого вы заходили. Когда? Этот приход ваш когда? Не первый. Сюда. Когда? У нас все зафиксировано, не волнуйтесь. Уверены, что я был? Не надо ко мне подходить. Вы уверены, что я был? Вы уверены, что я был? Ну, вас, может быть, не было. А по 306 не хотите подписаться, а? Не надо, не надо. Заложенный донос. Ну, это все цирк. Что цирк? Ну, цирк, уже смешно, понимаете? Уже придумайте. Вы прежде чем врать, научитесь сначала врать нормально, понятно? А кто вам здесь врет? Вы. Я
что я был здесь, что я здесь был. Рано, а куда вы побежали? Она вышла. Директор независимой от статьи 27 Конституции на свободное перемещение граждан РФ требует от нас покинуть торговый комплекс. Почему? Говорит, что мы себя плохо ведем, что да. Некое-то мы здесь, ну, мы были здесь, а этот человек не был. Что мы здесь я сегодня вели, вообще пугали. Первый вот раз я с бабушкой поговорил, мы вас пугали, нет, вы не пугали. А у нее бумага с человеком. Я директор комплекса Огнева Ольга Александровна. Значит, жалоба от меня поступила на то, что нам приходят люди в торговый комплекс с непонятными целями совершенно. Они приходят уже не первый раз. Да. Они пугают моих арендаторов. Это в первую очередь. Вот все арендаторы, вот у меня петиция. Они мне написали о том, что они просят спасти их и избавить их от этих людей. Вот у меня подписи тут. Так, 70 подписей. Значит, делают. Люди заходят в отделы, смотрят вещи, значит, смеются, глумятся. Ой, шапочка, ой, платьице. Но у меня пожилые люди здесь работают. Некрасиво. Люди просят не снимать. Люди просят не снимать. Ведь они же не имеют права снимать меня. Я не хочу, чтобы меня снимали. Она не хочет, чтобы ее снимали. Они не хотят, чтобы их снимали. И мы почему не хотим, они ведут, чтобы они снимали. Почему они ведут видеосъемку? Почему? Да. Не запрещено же. А кто вам сказал, что ничего? Закон. Человека снимать без его разрешения. Вот, как, у вас как же так? Камеры стоят, снимают так же. Потому что у нас здесь общественное место. Вот именно. Затем кабинет был закрыт у юриста. Она просила, кабинет закрыт, я прием не веду. Пойдемте, запишем. Сейчас я к вам подойду. Это безобразие у нас творится в Лондоне. Сколько можно это терпеть? Законы нарушать нельзя терпеть. Ну это вообще кошмар какой. Я с вами полностью согласен. Кто они такие? Они москвичи такие, это самое, типа приходят, это самое. Они москвичи, блогеры там, они хотят. Ну, я что вы снимаете? Вам по 1000 рублей платят сутки для того, чтобы... А потом пятерочкой идут сумками такие, знаете, навороченными. Просроченные продукты берут такие, идут и так, вау, кайфуют. Я не ем просрочку. Вы не трогайте мою камеру. А выходи, вы мое имущество, гражданка, не трогайте, понятно? А вы выходите, оттуда с пятерочки, сумочками, да. Вы мое имущество не трогайте. Вы именно ходите с сумочками. Вы мое имущество не трогайте, это уголовная статья. А что ты говоришь? А ты меня не трогай. Я вас не трогаю. Если бы я вас тронул, вы бы почувствовали на себе. Вы идете с пятерочками, сумками идете. Гражданка, если бы я вас тронул. Наполненными, понимаете, идете. Если бы я вас тронул, вы бы почувствовали на себе. Какой-то... Я не хочу тебя чувствовать. Иди работай, солнышко мое. Ты такой молодой, иди работай. Ты я чё? Разберусь сам. Тебе 1000 рублей платят, и ты что делаешь? Я без вас разберусь. Ты что делаешь? Пьяный, что ли? Я? Я тебе говорю, потому что я тебя вижу, какой у вас ты есть. Характерный запах, алкоголь есть. Да, это... запах, антисейт. Вы пьяны, что ли? Да, специально для тебя. Смотрите, да что надо ты отсюда? Я вообще здесь покупать. Да? Идите покупайте дальше. Мои... Пожалуйста, подавайте. Вы сейчас на работе находитесь? Нет. А где вы находитесь? В гостях. В гостях? В тапочках? Да. Вы из дома в тапочках пришли? Да. Курятник собрался. Вон весь товар пыли. Хоть бы полки протерли. О, иди дома, грязи командуй. Сколько. Жену свою чищи варить. Я сам разберусь, с кем мне командовать и дома, с кем командовать. Со своими полками. А почему без маски? Пошел. О, сотрудник полиции, заявление. Мат в общественном месте. Вон отсюда. Сейчас поедем. Гражданка, собирайте свои вещи. Уйди отсюда. Вы мешаете мне работать, молодой человек. Здесь магазин? Здесь магазин? Тебе сказали уже. Все вещи просроченные, потому что вам 1000 платят, а вы еще вам мало. Работай, молодой мой, работай. Руками меня не трогай, алло. Работай, сотрудника, солнце мое, сотрудника работай. СМИ не трогай руками, понятно? 144-я статья Уголовного так, кодекса. Ушел. Охамела уже совсем бабуля. Работай, Дима, вам тоже. Тамара Николаевна, отойдите. Пошел вон отсюда. Вон отсюда. Дома. Нападение на журналиста. Тут уголовная статья попахивает вообще капец как. Ходите к нам, Харецкий, 14. Вот. На месте. Происшествие где произошло? У вас там, что ли? В отделе полиции произошло? Какое происшествие произошло? Нападение на журналиста. Какое нападение? Обычно. У меня все на видеокамеру зафиксировано. Кто напал? Торговый комплекс тоже пишет. Кто напал именно на вас? Гражданка убежала. Какая гражданка? Ну, какая-то гражданка. Какая гражданка? Ну-ка, скажите. Кто на вас нападал? Сразу смотрите, мы ее не знаем, мы ее не видели. Где писать нам заявление? Куда к вам-то? Где происшествие-то произошло? Старший лейтенант. Кто? Где происшествие-то?
это произошло? Нападение на журналиста где произошло? Было нападение. В торговом комплексе, в ТЦ. Покажите, кто на вас нападал? Сейчас покажу. Номер жетона ваш можно? Вы как часто? 00-30-48. И представиться. За полного ознакомления. Ваше удостоверение. Это вы уже узнаете. Так, старший лейтенант полиции Серёдин Сергей Владимирович. Так, действительно, до 20 декабря 2022 года. Все. Вы гражданку будете искать? Какую? Которую я вам показал на видео. Для чего? Все понятно. Ну, для чего? Вы поясните. Все, вы свободны. Свободны? Это вы свободны. Свободны. Вы сотрудник свободны. Полиции. Вы свободны. Вы некомпетентны. Вы свободны. Для чего так все гражданин ведет? Это нормальное поведение? Я не эксперт, я не могу. Я если должен... он что-то право нарушает, надо вот оформить его. Надо оформить. Только пока... Только почему оформить? Не знаю пока. Я тоже не знаю. Поэтому мы здесь не вижу, не вижу оснований. Нарушений. Не вижу оснований для моего оформления. Так я и вас не а вот для гражданки, которая нападала на журналиста, вижу основания. 144-я статья какое? Уголовного кодекса Российской Федерации. Какое? Вам только что озвучил. Ну какое нападение? Где она? То, что она ходила по комплексу, она не нападала на вас. Таких полицейских надо увольнять со службы. Да. А еще переаттестацию надо вернуть. Да, верните. Только вы его не подтянетесь, не отожметесь ни разу. Верните. Не вы переаттестацию принимаете. Не подходите ко мне я близко. Я не подхожу к вам. Дистанцию держите. Да. 1.5 метра. Позор, а не полиция. Научитесь служить гражданам, а не покрывать все вот это. Да-да-да. Вам сколько заплатили за эту крышу?